ребята, всем привет! Большинство из вас знают, да и многие пишут в комментариях и спрашивают, что насчет вот этой халявы, которую я показывал несколько недель назад. Здесь нужно было просто набрать на страничке PUBG Mobile Таиланда 8 миллионов лайков, и тогда мы бы получили вот эти скины на халяву. Но, к сожалению, набрались только 7 миллионов 600 тысяч, и мы можем получить только первые два скина, которые, к сожалению, временные. И сегодня они выложили пост, как можно их забрать. Делаю это видео только потому, что многие, очень многие пишут мне и спрашивают, где рюкзак, как забрать рюкзак. Извините, ребята, но лайки не набрались, поэтому никак мы не можем забрать. Это от меня никак не зависело. Но если вы забрать хотите вот эти скины временные, далее я вам покажу, что нужно делать. Для начала вам нужно зайти на этот сайт. Ссылка, конечно же, будет в описании. Это официальный сайт PUBG Mobile. Далее вам нужно будет записать в первой, видите, вот строчке здесь, да, пишите свой ID. ID очень простой, если вдруг кто-то не знает, где взять этот ID, давайте я все-таки покажу, чтобы не было лишних вопросов. Заходите к себе в игру PUBG Mobile, справа нажимаете на свою аватарку, и вот здесь у вас появляется ваш ID. Видите, написано вот у меня ID 512-866-8193. Кстати, если хотите, можете накидать курочек. После чего вписали ID-код. Сюда вписываем код, который был показан в том посту, который я ранее показывал. Вот это первый код, да, там, чтобы получить скин на парашют. Ну а здесь уже вводите вот этот код верификации. 3282 у меня, у вас будет другой, конечно же. После этого нажимаете, само собой, отправить. У вас появляется окошко и спрашивает, если все правильно, если тот самый никнейм, если правильно ID и так далее. Вы нажимаете ОК, и вам появляется сообщение, что вам отправлен этот скин на вашу почту. Также повторяем и со вторым кодом, то есть там, если видели, куртка, да, дается тоже временная. Нажимаем, и после этого получаем эту куртку на свой аккаунт. Заходите в игру, конечно же, и вы уже видите в правом углу внизу, там, где у нас почта, горит именно сигнал, что есть именно письмо. Письмо именно системное, и к нему прикреплен ваш скин. Я не знаю, почему я куртку не могу забрать, может, я опять единственный счастливчик. Напишите мне, если у вас получилось забрать куртку, но парашют, конечно же, у меня получилось забрать. Все, более ничего, к сожалению, без рюкзака. Ну а кому не нужен этот парашют и куртка, если получится забрать, вы можете их просто переработать. Жаль, что не получилось набрать эти 8 миллионов лайков на их страничке, могли бы получить крутой скин на рюкзак навсегда. А получили, к сожалению, это. Ставьте лайк, если видео понравилось, дизлайк, если оно вам не понравилось. Я, как обещал, видео сделал. Так что с вами был Dream, всем топ-1.